На территории 83-й школы завершили установку универсальной спортивной площадки. По программе модернизации образовательных заведений она пришла на смену площадки еще с советских времен с асфальтным покрытием. Универсальные и современные ее хотели видеть как родители, так и педагоги. На ее возведение было выделено 3 миллиона рублей. Работы велись с мая по июль. И вот, подводя итоги, мы смотрим на спортивную площадку, которая закрытая, современная, с резиновым покрытием. Но спортивная площадка у нас сегодня уже, уже сдана. Уже можно сказать, что готов к работе эта спортивная площадка. Самое замечательное, что данные площадки именно начинают с начальной школы работать. То есть тренера будут уже видеть потенциал детей, и в дальнейшем уже, надеюсь, что будет мотивация для моих детей являться, дальнейшее развитие именно спортивных направлений. Теперь здесь можно заниматься баскетболом и волейболом. В самой школе одна из сильнейших баскетбольных команд города и области. Уже сейчас нет сомнений, что площадка станет местом притяжения спортсменов со всей округи. Вот эта спортивная площадка будет как никогда востребована и будет продолжать те спортивные традиции, которые в школе уже заложены. И очень приятно, что дети придут в школу. Мы очень надеемся на это 1 сентября и увидят, как преобразилась не только сама образовательная организация, но и школьный двор, и конкретно спортивные площадки. Пока такие площадки уже установлены в 78-й и 83-й школе, всего же в этом году аналогичными спортивными объектами обзаведутся 10 школ города.